Добрый вечер всем. Отработала сегодня первый рабочий день после таких выходных, очень насыщенных в Москве. И время сейчас 9 часов вечера, и я просто валюсь спать. Приняла душ и одела свою пижамку из Intimissimi. Так, не смотрите, это я так у меня на мокрое тело я одеваю обычно пижамки всегда. Хотела вам показать, что я купила. Я не только шмоточница, я еще и гаджетница. В общем, я очень люблю гаджеты, и ну, те, кто меня знают, они знают об этом. И здесь покажу последнюю новинку приобретенную. Так, это я уже постель приготовила. Покажу вам. Вид. Вот не хочу этот вид закрывать шторами. Не знаю, мне нравится. Никого здесь наверху между нами нет. Никто не заглядывает. Вот так выглядит последний приобретенный гаджет. Hello. Could you play calm music? Chill music now playing. В общем, такая вот новиночка от Apple. Это, по-моему, Apple Mini Home. Конечно, я никого не удивлю такой вот маленькой штукой. Единственное, что это от Apple. Вот такой приятный очень звук у нее идет. 360 градусов. У нас есть уже колонка одна от Bose. Она супер потрясающий у нее звук. Но она не работает с Google помощником здесь именно, в Эмиратах. То есть она работает только, я помню, в Америке. Или, может, в Европе еще. Ну, в общем, в Эмиратах не работает. А это работает штука везде. Естественно, она на Siri работает. И только на русский язык она не поддерживает. Но, в принципе, для нас это даже такая штука приемлемая. Я знаю, что в России есть Яндекс, да, по-моему, колонки всякие. Алиса. Кто там еще какие-то есть? Маруся, по-моему, есть колонка. Вот. Но у нас теперь появился вот такой вот, как будто клубочек ниточек, знаете, такой. Вот, такой цветастенький всякий вот. Можно музыку включить, выключить. Можно Siri попросить. Она также говорит погоду, говорит, там, можно звонить. Если она подсоединена к вашему телефону, да, вы можете соединиться с телефоном и попросить отослать сообщение или позвонить, и все это будет также происходить через ваш телефон, но звук будет идти из колонки из этой. Вот, вот такой вот. Вот такой вот маленький гаджет, приятненький. Машка его к себе таскает в комнату. Я сейчас поставила, включу сейчас себе спокойную музыку. Машульки, кстати, нет. Она с друзьями находится вон в том доме. Вот прямо такой, видите, вертикальная полоска. Вот, они там тусуются сейчас до 10 вечера. И потом она буквально пройти через мост придет домой. Я ей написала, чтобы она открыла сама дверь. Вот, что я, скорее всего, уже усну к этому времени, потому что прям что-то чувствую не упадок сил какой-то. Всегда, когда сильно отдохнешь, а потом резко приезжаешь, и у тебя сваливается куча дел, просто, знаете, начинаешь так, что мне, за что хвататься первым, и в итоге хватаешься за все вместе, и, наверное, вот это перенапряжение возникает. Ну да ладно, я не жалуюсь, я просто рассказала немножечко о сегодняшнем дне, и еще я перед тем, как с вашего позволения, прилягу. Еще я сейчас звонила буквально, когда ехала домой. У меня было минут 30, и я звонила Ахмедушке, и мы с ним разговаривали. Вот. Он все так же планирует прилететь 30 числа. С 30 по 10 января он будет с нами. И он сегодня получил бонус. Он прям... Так интересно, у них бонусы выдают в таких, ну, в конвертах, значит, приглашают индивидуально каждого участника, того, кого номинировали на бонус, приглашают, значит, к директору, и директор вручает конверт, в котором написано, да, то есть конверт закрытый, в котором написано там слова от компании, да, во-первых, идет благодарность за внесенный вклад. Вот, в помощь в развитии в компании и так далее, отмечаются какие-то личные качества, и в конце письма говорится о том, что мы там с гордостью премируем вас в таком-то сумме,
Вот. И Ахмед не открывал этот конверт до самого вечера. Вот я ему позвонила, говорю, ты еще не открыл? Он такой, нет. Я говорю, давай вместе открывать. Давай, я говорю, тебе буду, ну, будешь открывать. И я говорю, ты серьезно не открыл? Целый день держал этот конверт в руках и не открыл. Он такой, ну, мне некогда было. Потом он говорит, я не домогал что-то. Ну, вот. И я такая говорю, ну, давай же открывай быстрее. Я уверена, что там будет хороший бонус. И вообще ты обрадуешься. Ну, как бы тебя... Я знаю, что его должны отблагодарить хорошо, потому что он действительно... так работал, как никто из них другой, и, в общем, он хороший бонус получил, он даже не ожидал его такой получить, вот, теперь можем поискать уже, заняться реальным поиском квартиры, вот, мы ждем его, конечно, и он сказал, я говорю, ты можешь прилететь больше, чем на 10 дней, он говорит, я прилечу настолько, насколько нужно, ну, тебе, и я говорю, ну, посмотрим тогда, может быть, у меня просто помощница уезжает в конце декабря, 25-го она улетает к себе домой и прилетит 8-го, вот, и если можно будет Ахмеду еще продлить немножечко его отпуск, то я тоже возьму недельку, и мы отдохнем. Вот, вот такие дела. У Машки каникулы продолжаются, поэтому она тут гуляет, ходит, ничего себе не делает. Ну, то, как она меня встретила дома, знаете, даже когда ребенок, понятно, что 16 лет, кто-то скажет, что уже не ребенок, но вы знаете, не каждый в 16 лет может там поменять и кровать, и себе, и, ну, догадаться поменять, да, поменять-то, конечно, смогут, догадаться. А вот. Поэтому мне так приятно было видеть дома такую заботу о себе. Вот. Я не просила ничего готовить, потому что я знала, что я приезжаю в полночь, никто есть не будет. А, вот. А потом утром рано, ну, уже что-нибудь сварганим или сами сделаем. Вот. Вот такие дела. Это было маленькое включение. Хотела просто показать маленькую колоночку, которую я просто принесла просто-просто от Маши, с Машиной комнаты. Принесла, поставила на свою тумбочку и хотела просто... Перед тем, как ее включать, думаю, а подключусь, запишу видео и покажу заодно, что я еще себе купила. Вот, потому что, хоть и говорят, что я там шопоголик, так оно и есть, наверное, но... я так всегда начинаю оправдываться, вот знаете, вот я вот этим вот походами в магазин, может быть, закрываю какую-то пустоту, вот что, знаете, вот у меня сейчас... Муж не со мной, мы никуда сильно не ходим, и вот бывает, что мне так хочется одной просто прогуляться и что-нибудь купить. Вот. Не только себе, я же не показываю еще, что я и в дом покупаю, и ему покупаю, Машеньке покупаю. Одна женщина написала, что для нее это немыслимо, как можно одну и ту же вещь носить мне на первой Маше, потому что у каждой вещи свой запах и так далее. Ну, все мы разные, все мы странные друг для друга. Я носила маминые вещи, мама сюда приезжала, носила какие-то мои вещи. И вы знаете, не знаю, у меня нету никакой брезгливости к своим близким, вообще никакой. И донашивать, и что-то носить вместе, делить, тем более вещи чистые, если уж прям на то прям пошло. Вот. А с Манькой у нас, конечно же, пока разные... Размер-то у нас уже одинаковый, и даже в кое-чем у меня поменьше, но в том плане, что у нас понятно, что разный возраст, и одежда сидит по-разному на нас, поэтому не все она может одеть, но какие-то спортивные вещи, и, там обувь, по крайней мере, тоже она носит мою. Вот, и слава богу. Вот, вот такие вот дела. Также мне сегодня писали под видео, что я редко когда отвечаю на комментарии, что это типа неуважение. Мне так иногда хотелось сказать, что, ну, видно, вы совсем, написав этот комментарий, не смотрите. Вот, потому что те вопросы, которые требуют там обширного, большого ответа, подготовки, я чаще всего такие оставляю для отдельных видео, где-то там что-то рассказываю и начинаю отвечать на такие вопросы. Вот. А если какие-то вопросы меня просто в ступор вводят, я, например, не знаю, что ответить, поэтому я вообще их не отвечаю на них. Вот, ну, а большинство вопросов, которые мне, собственно говоря, на которые у меня есть ответы и на которые мне легко ответить, я отвечаю. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы не заметили там такого неуважения к себе, что я кого-то не уважаю и не отвечаю на вопросы. Господи, ну как такое люди могут писать вообще малознакомому человеку? Ну, в общем, у нас сегодня, кстати, в офисе
подтвердился один случай этого вируса, поэтому нужно быть осторожным. Завтра, наверное, все будут маски носить. В общем, вот такие дела. Так сказать, вирус не дремлет. Немножко иногда забываешь о нем, а он все еще гуляет по миру. Спокойно, свободно, без границ. Вот. Но вы берегите себя. Не позволяйте хандре, не позволяйте никакому вирусу, не позволяйте депрессии вас преодолеть, атаковать. Вот, боритесь с этим. Я боролась, я хоть и там где-то ныла в своих видео, но я очень боролась со своим недомоганием, с этой тревожностью, со всем, что меня одолело летом. И слава богу, что я теперь знаю, что это, и знаю, как с этим жить и как с этим бороться. Вот. Если какие-то нужны кому-то советы, ну, у меня, естественно, они не могут быть профессиональные, направленные на полное оздоровление, да, ваше, но если у вас похожие были симптомы, которые у меня, и в некоторых видео там назад можете посмотреть, и как я с этим справлялась, и что я делала, я, конечно, могу с вами, вам записать такое видео. Вот, если вам интересно, дайте знать. И я запишу, потому что мне необходима была помощь именно тоже тех людей, не только специалистов, да, профессиональных, но и тех людей, которые тоже с этим столкнулись, потому что специалисты специалистами, они нам наговорят, да, а в итоге нам продолжать жить, и как мы живем и как мы с этим боремся, это именно от нас зависит, от каждого. Вот, поэтому не бойтесь. Если были такие симптомы, как у меня, или есть такие симптомы, я с вами. Вы не один, вы должны это понимать, вот, или вы не одна, и таких людей миллионы, и все пройдет, все будет хорошо, все в голове у нас сидит, вот, умейте отключать голову, полностью отключать голову, умейте мыслить позитивно и настраивать себя только на позитивный лад, вот. Ну все, пока на этом все, увидимся завтра, может, послезавтра, не знаю. Совсем обленилась, мать.